стиховный. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое стиховный? Стиховный – это стихиры на стиховне. Представляют второй и заключительный ряд праздничных песнопений на вечерне. Они названы так, потому что присоединяются не к повседневному псалму, а к особым стихирам, приуроченным к данному дню или празднику. В богослужении стиховны появились уже в VII веке. Пение первой стиховной стихиры начинается точно так же, как и при пении литийных стихир. Сначала канонарх, чтец, возглашает глас и прочитывает первую строку стихиры до первой или до второй запятой. И сразу хор поет эту же стихиру с самого ее начала. Содержится в Минее, Актоихе и Триоде. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!